Итак, друзья, мы продолжаем трансляцию с чемпионата мира по боксу среди женщин, который, напоминаю, проходит в Улан-Удэ. На очереди поединок весовой категории до 69 килограммов. Саада Далгатова будет боксировать с О'Шей Джонс из Соединенных Штатов Америки. И давайте пока, наверное, прервем наше повествование об этом бое, пока он не стартовал. Вспомним про Наталью Шадрину. Как вы помните, тренерский состав поднял желтую карточку, подал протест, но, к сожалению, его не приняли. Вы, я, капитан сборной России, завершает свое выступление на стадии 1/4 финала. И Наталья стала четвертой россиянкой, которая прекратила свою борьбу. Но давайте мы будем верить в хорошее, в лучшее. Сейчас у нас дерется Саада Далгатова. Могу сказать, просмотрев ее последние два боя, могу сказать, что это действительно машина. Да, показывает феноменальный результат на этом чемпионате мира. Но, кстати говоря, очень уверенно боксирует и ее оппонентка из Соединенных Штатов Америки. Нас-то в первую очередь интересуют наши спортсменки. Я вот про сегодня говорил во время трансляции, что вчера она боксировала в 1/8 против немки Надин Апец, если я правильно вспомнил ее фамилию. Это двукратный бронзовый призер чемпионатов мира. Да она вышла, она уничтожила эту немку просто в одну калитку, деклассировала. Не знаю, какие еще можно глаголы, эпитеты и прилагательные подбирать, чтобы сказать, насколько это сверхуверенная победа была. То есть там вплоть доходило до того, что судьи ставят 30-25. Представляете, насколько должна была быть колоссальная разница. Давайте посмотрим теперь, что будет сегодня. Да, друзья, на бумаге поединок выглядит очень конкурентным. Отличное попадание справа от Саада Далгатовой. Пока в невысоком темпе проходит поединок. Как вчера после своего боя победного против той же самой немки, Саадат признала, что она стремится к тому, чтобы боксировать в мужской манере. Хотя, конечно, посмеялась, сказала, что это мужчине далеко, но тем не менее, она вот хочет вот именно в стиле профессионального бокса демонстрировать свое выступление по ходу. Да, Саадат очень много работает левой рукой, постоянно нацеливается на американку и тем самым нагнетает и нервирует наверняка соперницу из Америки. Да, и у Саада так действительно поставлены мощные удары. Его даже было бы интересно, сними бы шлем с любой соперницы и пропустила бы она удар. Мне кажется, там нокаут недалеко. Это, конечно, давайте не будем с женщиной снимать шлем. Да, и раз мы сказали, кого прошла Саада Далгатова, то нужно обязательно сказать, кого же прошла О'Шей Джонс. Это была соперница из Казахстана, Дарик Шакимова, которая, между прочим, была бронзовой призеркой Олимпийских игр в Рио. Да, тоже представляет из себя хорошую силу американка. И сейчас тоже видно, что вот она технично проходит, то есть комбинацию провела и сразу назад уходит, нога двигается. Молодец тоже. Не просто будет Саада. Чуть меньше минуты до конца первого раунда. По большей части Саада Далгатова действует первым номером. Отлично, сейчас попадает справа и пытается развить успех, но американка уходит с дистанции. Да, заканчивается у нас первый отрезок встречи. Так. Ну, наверное, кому-то явное преимущество отдавать не стоит все же по этой трехминутке. Да, нравится, как действует Саадат. Уверенно. Сейчас, к сожалению, два удара пропускает наша спортсменка. Да, мощный удар справа сейчас пробила спортсменка из США. И завершился первый раунд. Ну что, любопытно, что... Американка крепкий орешек, оказывается. Ну, вот, прям видно. Да, в самом начале мы, в принципе, отмечали, что это конкурентный поединок. Обе спортсменки показывают отличный бокс на этом турнире. Итак, послушаем обоих.
Господа, передней рукой надо начинать постоянно, постоянно по душу и с ногами. Первое, второе, заново, заходя на слышит, команда мешают болельщики сборной Индии, потому что на другом углу боксирует ее их партнер по команде, и их скандирование Индии нам немножко заглушали то, что говорили в нашем углу. Сейчас неплохая атака была от нашей спортсменки. Поправила шлем американка. И продолжается бой. Мне все же плески удары у Саадат, мне прям очень нравится, честно. Пытается Саадат подобраться к американской оппонентке. Сейчас неплохо, сначала в корпус, затем в голову. Отлично, на выходе слева, не отпустила американка. Ух, отличный, одиночный, точно в цель. Слишком низко опускает правую руку американка. Мне кажется, это, возможно, Долгатова это и увидела. Пару раз американка пропускала очень мощные удары по корпусу. Ну, не только по корпусу, по лицу. Прилетала из нас. Ух, отличная серия! Очень-очень мощный удар сейчас выпустила Саадат. И американка наверняка его почувствовала. Причем, заметьте, наша спортсменка не успокаивается. То есть провела комбинацию, все равно продолжает. То есть, когда любой другой мог бы там отступить назад, готовить следующую комбинацию, наша спортсменка пытается развить успех. Это похвально. Ух, отличный, снова одиночный залетает. И дальше Саадат добавляет. И вот снова попадание от нашей спортсменки. Да, голову американки в этом раунде прилетело много плюх. Да, в разменах Саадат выглядит отлично. Секунд до конца второго раунда. Сейчас неплохо было на выходе. Отличный был удар слева. И сразу двойка туда же добавляет Саадат. Да, просто невероятное количество точных ударов в этом раунде от нашей спортсменки. Отличный размен. Снова, мне кажется, в плюс Саадат. Ну что, второй раунд был намного лучше первого. Уверенно, мне кажется, вела его наша спортсменка. Любопытно сейчас, какие рекомендации дадут, конечно же, в углу. Посмотрим. We went to sleep, right? We went to sleep. We woke up in the last 30 seconds, right? So let me look back into this, okay? We need a big ass round, right? Okay? Come on. Come on, bro. You got this, minister. You got this. You're far better off. Нужно что-то добавлять после слов Ивана Ефимовича Шедловского. Давай засаживай туда дальше. Лови, лови и давай прям туда засаживай. Круто, круто. Ты более точно процитировал, да. Ух, отлично, слева такая оплюха буквально прилетает в голову американки. И туда же сразу серию. Просто прекрасно.
очень мощный удар справа влетает от Саада Далгатовой. Такое ощущение, что американка решила немного пообороняться лицом. Неплохо сформулировал. Удар на скачке опять точно. Да, много-много пропускает американка. И очень зрелищный поединок. Трибуны в восторге. Классно обманывает. Показала, что будет бить левой, а ударила справа и точно в подбородок. Главное, чтобы наши мысли с тобой сходили без схожи с тем, кто есть голова пушки сейчас, в данный момент. Всякое может быть. Половина раунда позади. Пока что я бой с собой в категории до 69 кг. Мощный слева крюк, но точно от Саада. Какой-то линии приметывается на косы, так наметно его вышвырнул. Гараты. Что мобильный телефон вылил из кармана. Меньше минуты до конца этого поединка. Очень-очень интересный бой. У нас было опасное столкновение головами. Да, нравится, действительно. Интересно, конечно, приятно смотреть. Таких боев немного на чемпионате мира. Давай уже бокс таких вот размашистых. Интересно, зрелищно. Да, не раз она говорила, что она хотела бы быть похожей на представителей мужского бога. Да, именно этот бой получает зрелищем исключительно благодаря действиям Саада. Вот она, ее удары, как благодаря них приятно смотреть этот бой. Отлично, сейчас идем бы концовочку на радость болельщикам. Сейчас пропускаю, к сожалению. Буквально секунды отдают до конца этого поединка. Все. И завершился этот бой. Отличный, отличный поединок, друзья. Давайте дождемся сути сковышения. Лично мне очень понравился этот поединок. То же самое мнение. У меня скорее понравилось вступление Саада. Да, отлично, отлично показывается на этом 5 метров. Состав столько ждать судейских решений, чтобы все было хорошо. И пятая, надеюсь, получается пятая со смены Бурайс вышла. Получал чемпион мира, я считаю, еще и Литбайн. Правда, до сих пор ждем какого-то официального решения. Но... Да, пока никакой конкретики. Скажем только, что это стабильные СМИ. Ну, это скорее 99,9, я бы так сказал. Итак, друзья, победу в этом поединке одержала Саада Далгатова. Мальчик, поздравляемый сыны, прекрасные победы. Уверенно, очень уверенно Саада Далгатова идет по этому турниру. И таким образом, выходит полуфинал, где встретится соперница из Турции. Да. С Персии, из Турции. Гусинас Сурминели. Я не знаю, правильно я говорю фамилию, но я бы хотел заострить внимание на наш пас, который сейчас показал победный танец. Единственное, удивлю, почему 4-1. Почему 4-1? Да, странно, в первом раунде вы, может быть, не близкий бой, но второй три что еще был. Да. Поздравляем Далгатову с этой уверенной победой. Красный Волга приглашает своих соответствующих.